Новую жизнь спустя 30 лет получил фонтан «Красное знамя» на улице Красноармейской. Первые струи воды он выпустил в 77-м. Тогда его предназначение было в основном технологическим. Вода охлаждала оборудование соседнего здания. И уже в конце 90-х он пришел в негодность. Это демонтаж полной конструкции, то есть всей чаши. Соответственно, полное ее восстановление и также облицовка гранитом. Помимо этого, сейчас уже подведены все коммуникации, сделаны насосные, будет установлено два насоса, один постоянный, который будет работать, будет подавать давление, и второй будет у нас насос резервный. Вся чаша будет выложена натуральным камнем, снаружи – уральский гранит. К монтажу системы освещения специалисты приступят, как только уложат плитку. На территорию уже завезли песок для отсыпки вокруг фонтана. Рабочие приступили к благоустройству. За контролем качества следят не только заказчики и подрядчики, но и общественники. Уже осень на дворе, не за горами похолодание, поэтому вы сами видите, очень много народу, техники работают допоздна. После завершения всех работ будет организован тестовый пуск обновленного фонтана, чтобы проверить работоспособность системы водоснабжения. Затем фонтан законсервируют до следующего сезона. Несмотря на близость Рукского сада, несмотря на близость скверов, которые находятся на площади Куйбышева, люди очень любили здесь в свое время отдыхать. Кстати говоря, именно на этом месте постоянно отдыхал великий диктор Юрий Левитан. Восстанавливают сегодня и фонтан в сквере Шанхай, расположенном вдоль домов на Молодогвардейской. Решение о его возрождении было принято на встрече с общественным советом микрорайона главой Самары Олегом Фурсовым. Эти работы входят в проект комплексного ремонта Молодогвардейской. Здесь укладывают плитку, в сквере уже высажено около 30 деревьев. Смонтирована система автополива, установлены опоры освещения, ведется устройство цветников рядом с фонтаном. Для него подведены все коммуникации, залита бетонная чаша, смонтировано помещение под насосную. Во всей красе оценить обновленные фонтаны можно будет весной 2018 года. Марьяна Мирная, «События».